суть простая. То, что это грех, я тоже это, наверное, сейчас уже стал осознавать, но это, знаешь, вот кесарю кесарево. Тоже сразу задний ход может дать. Ну, конечно. Грех, наверное. А, все, может, еще и нет. Вот понимаешь, как надо отвернуться. Когда есть семья, ну, надо как вот, понимаешь, чтобы все бросить и начать сначала вообще новое что-то. Вон, настройку пошел и начал, например, я-то что думаешь, настройки сейчас делаю? Это один проще мне. Я останусь, мне вообще ничего не надо. И я тебе говорю, то есть вот эта мера, вот этой ситуации, кесарь, я до конца ее, ну, может быть, даже не изучал, боюсь даже лезть туда, понимаешь? Слушай, да знаешь, сколько таких? Вот ты тоже, про твои фильмы можно тоже долго говорить. А что тут, тут ничего не скажешь вообще? Ну, тоже. Тут... У каждого есть вот это, понимаешь? И вот эта вот мирская эта история, я исповедуюсь в этом, понимаешь? Я говорю, я буду спать, потому что я чувствую, что это плохо. Вопрос нет. Я молюсь, говорю, Господи, вот дай мне работу честную, ну реально вот. Блядь, чтобы исповедоваться, ты должен покаяться. У тебя покаяния нет. Покаяние – изменение. Я, например, вот что смотрю. Ну да, изменить и не повторять. Да, у меня вот на работе положено, да? Фильмы, которые мы выпускаем, мне не всегда нравятся. Хотя есть те, которые нравятся, да? Я свою часть работы делаю, она, ну, фактически, ну, в ней никаких нету греха никакого. Например, наполнение информации. Они решили, а я сделал. Не так. Наполнение сайта. Я просто заполняю там. Беру более благочестивую фотографию. Там, например, фильм какой-нибудь развратный, я более благочестивый что-нибудь возьму. Да, но фильм-то выйдет. Фильм выйдет, тем не менее. Но он выйдет и без меня, и так. Но да, это правильно. Аборт будет совершен. Да. Но тут все-таки не аборт. И тут не аборт, понимаешь? Вот и у каждого такое. Я прям искренне хочу, чтобы вот что-то, понимаешь, я просто вот реально, я понимаю, и как бы, и возможно, дети не поймут эти истории. Ты же жил и такой, так, все, короче, отменяем 1, 2, 3, 5, так, ты одеваешься теперь только в бэушные вещи. Все, значит, потому что на новые... Можно простые, в Юникло пошел там. Да, конечно, простые. Ты девочку одень. Юникло вон одень. Да, конечно. Ну, зайди. В 3 раза дешевле, чем в этом. Купи на девочку просто зимнюю одежду, комплект. 2 платья длинных, пол. А они сейчас стоят из хорошей... Ну, из нормальной шерсти ты синтетику ей не оденешь. Она замерзнет в ней, понимаешь? Шерстяные вещи стоят сейчас просто платье там около 7-8 тысяч. Одно... Вот девочки, как 18 лет вот у меня, допустим. Не знаю, вот настройки 20. Сейчас. Я здесь месяц не нахожусь. Деревянные дома. Ну, колотим там. Вот крышу сделали одну, вторую там этот покрыли. По сути, все. Мне уже выдали 83 тысячи. Месяца еще здесь нет меня. Нормально. Я смогу ее купить платье? Сможешь, да. Ну, я еще месяц здесь не работаю. 3 недели только. Вот тебе, пожалуйста. Что ты здоровый мужик, он пошел тоже что-нибудь. Ну, то есть, можно найти. Почему я, собственно, кино я сейчас пока не бросил это? Ну, может быть, просто надо это реально сделать уже. Начал уже, вот, пошел, конкретно сюда приехал ради этого. Собственно, я уже делаю конкретно шаги. Сегодня говорили с Александром. Ну, много что обсудили там. На диктофон я записал. Вот штатив я сюда не взял, как-то неудобно, в общем, все это писать, пока не наладил. И он между делом рассказал, где он работает. Ну, и фактически там грех, конечно, конкретный просто. То есть это, ну... Ну, явно прям налицо, что ему надо оставить это дело. И вот у меня к вам вопрос, собственно. Я работал в сфере кино, покупали фильмы там за границей, ну, разные. Там есть и хорошие фильмы, где о дружбе там и о покаянии. Ну, о Христе понятно, что мы фильмов не выпускаем, их и не снимают сейчас почти. А есть фильмы, там жестокость разная проявляется. То есть... Сцены разные непотребные. Ну, так вот, у меня, собственно говоря, возник вопрос ребром. Может быть, мне вообще навсегда оставить это дело? Потому что, хоть я и не участвую напрямую, да, ну, фильм все равно выйдет там и без меня, да, я какую-то техническую часть выполняю. Но Даже не прикасайся. Ну вот, спаси Христос. Я просто уже тогда с ними расстанусь и все, потому что оно...
ко мне на работу, я скажу, пришел один человек, он меня хорошо знает, и принес деньги. Я слышал, вы церковь строите. А я говорю, откуда у тебя деньги? Ну, вот я открыл свое дело, у него магазин открылся. Литературой торгует. Я говорю, а что за книги? Пойди, там есть какая-нибудь пакость. Ну, а без этого нигде нет. Я говорю, нет. Так что, Валерий Иванович, до свидания. Никогда нельзя взять. Написано, цену блудницы и пса не принимай. Библия об этом говорит. А это вот теперь это секс-индустрия. Никак, ни под каким видом. Нам фильмов хватает. Смотри один, по Евангелию от Луки, Иисус Христос называется. Или Иисус. Этого достаточно будет. А там какие? Иуда Бен-Гур есть, и Моисей, Иосиф, Иеремия. Ну, то есть, там все, и Сфирь. И у нас книги есть. Экранизация может быть разная. А содержание Библии остается незыблемой, ни одна буква не исчезнет. Экранизация может порадовать, увидеть, но подражать ты не будешь. А когда ты считаешь ежедневно и молишься, и эти слова от Духа Святого, у тебя другое. А ты на стройке был, тебе столько заплатили. Платят за то, что надеются, что ты не таскаешь с работы, не воруешь. Им нужно, чтобы воздух не оскверняли, если к церкви относятся. И поэтому ты держись за это место. Это добрые люди. И никогда, сколько можешь работать, постигая одну специальность, другую, плотницкую, там, столярную, тебе это сгодится на всю жизнь. Я вот строителем был, ну, жизнь позади. Я всегда был при работе. А поступал в сельскохозяйственный институт, а потом документы забрал и перешел в строительный техникум. В городе, в деревне, везде строится, везде надо что-то. А тем более сам. Конечно, ты все специальности не будешь использовать, где-то в одном месте ты найдешь. Чаще всего это бывает каменщик. Вот я печник был. Печник – это не каменщик. Камень положил, и все, а тут все зависит. Будет дым в комнате, или тепло, или нет. Я вижу, что сделал правильно. Новосибирске. О, так. Что, холодно у вас? Вы это самое идете в шапке? Ну, наверное, как в Москве, тут градусов 5 сейчас. Так. А ну, что вы будете... Давайте. Я имею вам сообщить, что... Очень благодарен за эти 5 лет, проведенные вместе. Вот. Да. И многое получил от вас, но уже больше я не могу свою совесть каждый раз затыкать куда-то и такие там придумывать отговорки, что я работаю там вот с делами тьмы не связан по работе. Все равно фильмы, которые мы выпускаем, они не приводят людей к Богу, там, к покаянию, а по большей части они наоборот. Куда-то в другие стороны раздергивать. Так. Поэтому, в общем, я благодарен и, наверное, больше не смогу просто работать с вами по этим делам. Так. Ну вот. Собственно, это все, ради чего я просил вас собраться. Потому что совесть постоянно мне подсказывает, что не надо, не надо. Но вот решительности не хватало, или там, не знаю, в общем. Но сейчас уже я понял, что нет, с верой моей это никак не совмещается. Работа. Блестяще. Ну что ж, воля ваша, как бы, тут что на это можно сказать? Ничего не скажешь. Вы хорошо подумайте, как бы сами, как бы взвесьте все и решайте, что ж. Ну вот, так вот. Решил, хотел поблагодарить вас за долготерпение и за отеческое даже отношение часто такое. Это дорогого стоит. Вы куда-то собираетесь куда-то в монастырь, что ли, или что? Да нет, я к зубному сейчас иду. Нет, никуда я не собираюсь пока. Просто я понял, что надо какую-то найти работу, которая более морально, скажем так, угодно Богу вот так. Потому что... А что Богу угодно? Ну, там, где нету... кино-то явно не угодно. Такое, которое мы выпускаем. Может, вам, вам лучше жениться, Николай? Ну, жениться тоже можно. Только будем иметь скорби, как и все остальные по плоти. Но ты нет, еще можно жениться. Иметь.
У вас энергия как бы будет перенаправлена в другое место, а то у вас как бы много сейчас непоняток таких именно, наверное, из-за этого. Да нет, тут все понятно, что кино явно, что это, которое сейчас снимает, оно не туда людей ведет. А зачем мне в этом участвовать? В делах тьмы, фактически. У тебя просто зуб мудрости болит, я так думаю. Надо жениться, мне кажется, Николай, срочно. Ага, ну посмотрим, может и женюсь. Ну вот тогда вам легче будет, и не будет такого, будете советоваться хотя бы. Найдите, так сказать, какой-то вариант такого мудрого совета, когда вам помогут как-то разделить вот то тяжелое бремя, которое у вас вдруг возникает, непонятно почему. Не, оно постоянно меня гложило, вот это, что я не могу Богу и Мамоне служить одновременно. И тут вчера уже конкретно я понял, что нет, все, конец. Я не скажу, что я сейчас куда-то ухожу или что-то, но просто вот я понял, что здесь уже я больше не могу ни рубля получить больше, и морального права на это не имею. Вчера просто это понял. Окончательно уже. Кажется, Максиму прибавят зарплату тогда. Максим-то может. Ты неверующий, конечно, ты можешь. Че тебе? Ну, кстати, возможно, что я более верующий, чем ты, если что так. Вера без дел мертва. Какие дела твои, верующие? Согласен. Не знаю. Ну, в общем, наши разговоры с вами насчет вор Царствия Божия не наследуют. Я думаю, что даром ничего не прошло. Может быть, ёкнет там где-нибудь. Ты сейчас кого обозвал сейчас? Я не обзывал, я просто этот говорю. Ну ты просто вчера с крыши упал, я понял. Нет, все нормально. С которой ты там... Кому ты чинишь крышу-то, скажи? Я не чиню, мы делали крышу там, да. Ну, кстати, настройки можно сохраниться от греха. Тут нормально. Честно пришел, сделал свое дело и ушел. А откуда вы знаете, что можно сохраниться настройки? Там же всякое возможно. Да. Ну да, но я пока сохранился, я вижу, тут месяц почти работаю в деревянное строительство. Хотя я, как человек, воспитанный в том поколении, которое считается, что уже не может руками работать, это, конечно, тяжело мне, потому что действительно уже это, себя преодолевать приходится. Сейчас вот поколение это, которое мое, и дальше там уже еще хуже. На поле их не выгонишь палкой, даже за любые золотые горы не выгонишь, они уже все обреченные такие. Я чувствую это в себе тоже, но... Тем не менее, понимаю, что это лучше, чем ну, то, чем я занимался здесь. Здесь хорошо. Вы же ничего не снимали, вы только ключи отправляли. Это невинное занятие. Ну, понятно, да. Ты ничего не делаешь, ты только в абортарии тележку подвозишь. Там себе стеряют. Так ты можешь крышу делать, а там потом публичный дом будет под этой крышей. А это уже не на мне. Ну, тут... А в смысле не на тебе? Как, на тебе? Нет, я без никак, печного... это уже не на мне. Не знаю. Это я знал, что ты скажешь. Я тоже об этом уже думал. Нет, ты в этом мире не убережешься от таких, как мы. Убережешься. Но тут явно, что фильмы аморальные в большинстве своем, и поэтому никак. Так вы бы лучше взялись за то, чтобы какие-то фильмы не аморальные двигать и противопоставили каким-то образом то, что вы... Ну, если я смогу здесь, вот на этом как раз, не аморальные фильмы какие-то находить и двигать, то я, конечно, с удовольствием за это возьмусь. Но пока нету ведь такого. Ну, вот мы купили фильм, называется «Самый лучший босс». Он, наоборот, там какие-то идеи уже возникают светлые. Я думаю... Я даже... Мы его для тебя купили. Да, да. Социально направленный. Вчера его на Оскар выдвинули. Ага. Ну, я фильм не видел пока, но, в общем, нет, ну никак. Вам Максим покажет, может, задумаетесь. Ты будешь жалеть об этом. Что-то хорошее сделать для людей. А так вы никак. Крышу подтяните, под ней что-то будет не то, и привет, еще хуже будет. Я пока ее делаю, там заказчик получает от меня изрядную порцию. Слово Божие. Потом он думает, я думаю, долго об этом. Чтобы не заказывал, что ли, больше, да?
Нет, чтоб покаялся, обратился от дел греховных. Там уже двое. Это, ну, богатые люди, конечно, такие. Да. Их прям примагничивает ко мне. Я даже работать и отвлекают. Попробуйте все-таки найти какое-то средство, которое перенаправит все те мысли черные, которые у вас возникают. Там, я не знаю, сочетание, может быть, жениться, там, я не знаю, спортом позаниматься, еще что-нибудь такое. Ну, вот это уж чересчур вы увлеклись. Да не, какие они черные, наоборот, светлые. То есть все, свобода от этих каких-то сомнений, там, терзаний, свобода сразу. Очень хорошо. Ну да, конечно, ты так обтрудился, что у тебя прям постоянные мысли были о том, что ты прям... Нет, мысли просто, то есть, постоянно, ну, причем я трудился. Месяца 4-5 вы уже никаких грехов не совершали, вам бы да. Пора... Я не знаю, честно говоря, вот куда вас ведет эта вся фигня. Просто тревожно становится. Надо ну, как-то с собой сейчас по-другому поработать. Может быть, какого-то психолога. Вы когда в Москву-то собираетесь вернуть? Или вы там решили какую-то схимну принять? Или как это называется? Нет, схиму я не решил принять. Надо монахом еще перед этим стать. А монахом я не хочу становиться, потому что это против Слова Божьего. Там монашество не призывается, человек. Наоборот, идите, проповедуйте всей твари. А не то, что там. Иди, ну, закройся и молчи. Может, приход какой-нибудь? Нет, ну там помогать будете кому-то. Нет, ну что-то такое. А так и не туда и не туда. Приходик купим. Да. Будешь, ну, проповедовать. Я еще раз говорю, жаль, что у вас направление, как бы вот немножко мысли сейчас как-то странно сдвинулось, причем без видимых причин. Видимо, какой-то миллион терзаний происходит. Надо да нет, это давно происходит. Еще мы когда техасскую резню бензопилой выпускали, я думаю, ну как христианин может в таком участвовать? И я постоянно... вы помолились как следует, и все, тут, что тут? А это так не работает. Покайся, это обратись, то есть на 180 градусов. То есть идешь, потом раз, развернулся вот так, в другую сторону пошел, все, уже туда не идешь. А я как бы и говорю, что это негожее дело, и продолжаю все равно это деньги получать от этого. И постоянно, ну, совесть терзала. Деньги можете от этого не получать, будете просто привлекать. Можете сдавать. На какие-то отдельные, да. Я приму. Отдельные акции. Альтруистом быть, да. Я грех твой на себя приму, Коль. Ты только оставь. Так не работает. Каждому должно за свое ответить, а не за то, что там. Тебе и своего хватит. Я уж не буду тут озвучивать. Вы пока в храм Божий пока никуда не ушли там функционировать? Нет. Нет, но раз не ушли, значит, мы можем вас к отдельным техническим вопросам привлекать. Вернетесь в Москву, как бы деньги нужны будут. Мы вас каким-то разовым... Будем прямо писать в этом поручении. О, а у меня, кстати, идея реально. Степан Ильич, а мы просто можем с каждого фильма реально какую-то пошлину, какое-то, например, пожертвование в храм. И тогда Коля будет просто понимать, что он работает конкретно за какую-то хорошую идею. Не, деньги нечистые, даже не прикасаться. Никак. Если фильм хороший. Здрасте. Что-то там ваши батюшки так легко, это самое, любые денежки там как-то так. Нет, это не те батюшки. А наши батюшки так не берут даже. А где ваши? Я тоже не буду. Где ваши батюшки? Где ваши секты? Хоть расскажи, я приду, послушаю, что там. У нас не секта, у нас православная церковь. Где такие? У вас православная церковь? Конечно. Нет, а где она заканчивается-то? В смысле? Начинается. В смысле, батюшки у тебя не твои батюшки, монахи тоже не по уставу Божию. А где? Есть где лже. Тот? Лже братья есть, лже нет. Учителя. Адрес-то где? Вы что думаете? Ну, в Барнаул приезжай, я тебе покажу. Да, когда приеду, ты мне скажешь, и здесь не то. Не, это... Почему? Знаешь... Нет, там есть отец Акив Лапкин, пожалуйста, приезжай. Так, а поближе человек? Андрей Юрьевич в Москве служит. Тоже, пожалуйста, введите на храм. Боюсь, что Максим сейчас пойдет в храм отправиться. Это будет, конечно, серьезно. Андрею Юрьевичу нужно занести, Степанович. Я понял. Я думаю, Николай одумается еще, как бы хорошенько встряхнет свою голову и начнет хотя бы с каких-то хороших акций. Нельзя же ничего не делать. Вы вот грешили там, да, сейчас 4 месяца отдыхали или там 5.
А вместо того, чтобы сейчас вот какие-то противопоставлять истории, вы что-то хорошее попробуйте сделать. Мы вам дадим что-то хорошее в руки. Вы посмотрите, изучите и скажете: о, это не грех, пойду вперед и знамя понесу. И сразу все, что было назад, смоете. Смоете прямо все вот это все. Я вот на исповедь принесу то, что я так долго с этим медлил, и все. Потом перестану уже так этим этого, заниматься. Этого мало будет, надо что-то сделать в обратном направлении. Не, никак, Христос уже все искупил своей кровью, все грехи наши. Только просто мне надо не возвращаться на эти рельсы, и все уже. Так что так. Да, серьезно, конечно, ничего не скажешь. Ну вот так. Я даже плакал. Да, конечно, лицедей. Я на самом деле вам благодарен за отеческое такое попечение о себе, но просто никак уже не могу здесь продолжать быть и получать от тоже этого постригся. Деньги какие-то. Коль, я бы тоже постригся. Но просто мне нужно... От денег предлагаю вам совсем отказаться, это вообще что-то непонятное. А какие-то разовые технические истории просто для поддержания штанов вам будут нужны какое-то время. Как только у вас там будет свое, когда кто-нибудь скажет: вот тут служит Николай. Но тогда вот это будет серьезно, и Максим побежит туда, и еще кого-нибудь. Соплями побегу. А пока промежуток для поддержания ваших штанов, я готов вам что-то хорошее. Будем теперь знать, как выходит резня, ее Максиму надо сплавлять. А как что-то хорошее, то будем в вашем направлении смотреть. Что-то хорошее тоже Максиму и Коле денег еще. Может, и Максим очистится, и я заодно с ним. Так что я на стройке здесь работаю 3 недели примерно. Мне уже заплатили 83 тысячи. Штаны подержались нормально. Так а вам надо купить билет еще обратный, покушать, заплатить за проживание, и на выходе получите от мертвого осла уши. Не-не, проживание мне бесплатно тут. Так что... Ну, бесплатно. Нет, я не говорю, что это... Я просто говорю, что какие-то деньги есть, но я не из-за этого даже сейчас. Это вообще не связано. Просто уже был разговор у меня неоднократно на эту тему, и уже все, уже невозможно дальше тянуть. Ну, с внутренним голосом своим пообщайтесь еще. Как пообщаетесь, мы вам что-то хорошее бросим уже разово, привлечем вас к каким-то благородным делам. Собирался приехать. Мы уже сказали, у нас есть человек с опытом, который уже работает. Кто приехать? Бардем. Я уже с ним общался, да. Вы еще раз пообщаетесь, так хорошее же дело-то. Он меня звал к себе на остров на какой-то или что-то такое, там, на виллу. Я говорю: не, брат, как не долечу я. Это искушение, Николай. Искушение, конечно. Сатана подходит через вас. Я вчера... специально для тебя синсталлировал себе скайп, и первое, что я увидел, когда тебя добавил, это то, что, оказывается, Иисус Христос умер за меня. И с этой мыслью я лег вчера спать. Но это страшно. Ну, так и есть. Николай, Бог Отец, он на тебя гневается, потому что ты от Адама произошел, падший человек. А Христос на кресте стоит и берет на себя вот этот гнев, который на тебя летит. А ты за крестом спрятался. Это у верующих так, а у неверующих не так. Пока. Он просто на тебя гневается. Понятно. Но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и рана его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, и Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили,
то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Да. А вроде взрослый мужик. Конечно. А в сказки веришь? Во тьме ходящий. Что ты мне тут? Ладно, слушай, это сам Максим и Степан Григорьевич, я уже подошел тут к врачу, он сейчас меня отбреет, скажет, все уже, время прошло. Конечно, конечно. Береги зуб мудрости. Ну, Москву, как в Москве появитесь, вы сразу же как бы выходите на связь. Мы вас к чему-то хорошему разово привлечем, а деньги можем пожертвовать на что-нибудь, вместо того, чтобы это самое. Либо вы сами их пожертвуете. Я в Типароле, все это я передам. Все там. Ну, дела закрою, там все, что надо, там, карточки, все это все. Там как-то надо все официально оформить, это дело. Вы в Москву-то когда собираетесь вернуться? Или уже вы там остались? Что у вас там происходит? Да я не знаю, сейчас еще тут какая-то работа предвидится, в каком-то там. Еще кто-то каркасный дом просит. Я не знаю, там какая стадия у него. Будем, не будем делать. Но здесь еще неделю-две-то точно, наверное, буду. А потом, не знаю, может, зима наступит. Может, и приеду. Понятно. Ну, круто. Что ж, еще не скажешь. Молодец. Орел. Ну, все. Благодарю вас. Переваривайте информацию теперь. Давайте, успехов. Да, спаси Христос. Давайте, хорошо, счастливо. Да, договорились. Давай. Тоже с людьми вот разговаривают, ну, кто конкретно вот косячит, делает конкретно грех. Говорит, а что вот, ну, что тебе мешает? Говорит, я сейчас сделаю вот, ну, вот квартиру, да, вот квартиру, вот сделаю дочери, да. Это и все потом. Ну, это такой крючок, да, вот, но... Никак, это не закончится. Самооправдание, не никогда закончится. Не... Потом он дачу сделает, потом он купит себе квартиру, чтобы ее сдавать, не работать, и тогда вот... Тогда вот он завяжется. Поэтому единственный способ снизить, я вот тоже это понимаю, снизить вот это рвение к материальному у детей, вот там, вот у близких. Я не знаю, это нужно показать, как люди живут. Я вот приехал вчера, ну, ребятишки, простые рюкзаки за 1000 рублей, да, там, почему? Простая одежда. Они счастливы, они бегают так же, смеются, как эти. Но эти-то не знают тех, понимаешь? Ну реально, они не видят, как они живут. Общения не хватает, конечно. Да, общения нет вот этого, понимаешь? А кто, вон, вот у меня в школе живет, там, вот в центре мы живем тут. Там в этой школе, они там все, вот, там простых нет. Тут в центре квартиры сколько стоят, сам понимаешь. А так-то что, конечно. Ну, будут у тебя детки. Да это все, ото всех я слышу. Я посмотрю. А, вот ты женишься, я на тебя посмотрю. А, ты будут дети, я на тебя посмотрю. А, ты вот. Это за ребенка невозможно решить все равно. Все равно у тебя, видишь, как я-то за себя отвечу, а ты за себя ответишь. Поэтому даже если я по твоим кривым рельсам поеду, вот так вот, и подумаю, это ты все равно за себя-то ответишь, а я за себя отвечу. Пока у меня ни жены, ни детей нет. Поэтому, а может, оно и не надо. Может, и не будет. Может, как апостол Павел, женитесь, не согрешите, впрочем, будете иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Конкретно тут грех вторгается. Чисто даже в изначально в схеме в этой, ну, как я вижу, именно зарабатываешь на том, что как бы обман идет, получается, фактически. Кого? Государство. Государство. Да. Фактически, да. Тут никак. Тут ложь и этот выгода после этого серебролюбие идет. Нет, трудящийся достойный. Труд узнать, где дырка в законе. Нет, потом дырки в законе, да нет. Но тем более подлог совершить просто явно. Да. Да. У меня-то, видишь, моральное развращение идет через фильмы. Часто. А бывает и хорошие мы выпускаем. Наоборот, да? Там как-то... Наоборот. Но я все равно все это как грех считаю, в принципе. Ну,